Всем привет! Птенцы у нас подрастают, такие уже стали, 4 штучки желтеньких. Уже двое сами едят, двое еще все просят. Сейчас посмотрим, там 8 птенцов, я уже давно не лазил, подросли нет. Тростнички что-то там лазить стали в гнездо. Летают за папкой, просят. Уже здоровые лбы, все просят кушать. Птенцы спускаются, тоже сейчас поклевать. Двое вроде я смотрел, уже сами едят.
едят трусами. Родители так подкармливают. Ну вот так вот. Здесь сейчас посмотрим. Посадил две пары. Вроде как уже влазит в доме. Черноголовая пара. Это вот самочка. Самец. И оранжеголовая. Они уже сели на яйца. Самец в гнезде. Сейчас посмотрим. Вот у меня красноголовый. Там 8 тенцов. Уже давно не лазил. Сейчас посмотрим, сколько выросли. Им уже 15-го они вылупились. Ну, где-то дней 12-13. Сейчас посмотрим. Сейчас самочка вылезет. Сами. Еще вот так уже. Может, через недельку другую буду отсаживать. Что она желтая уже на вторую кладку. Самочка не вылезла. Крупненькие, красивые. Здоровички, цыплятки. Такие вырастут красавцы. Здоровые все равно просят. Самочка уже тоже можно будет ее сажать с красноголовым с разных гнезд. Тростнички тут летают. Так, ну что там, самка никак не вылезет.
все, все едят, можно будет скоро пересажу. Посмотрим птенцов сейчас. Что у нас тут творится? О, какие здоровяки уже выросли. На днях вылетит уже. Все 8, все живые. Сейчас посмотрим. Вот такие вот красотульки. Яйцо еще снесу. Ох, какие кабанчики. Все.